Детективы НАБУ передали в специальную антикоррупционную прокуратуру очередное подозрение главе Центра избиркома Михаилу Охендовскому. Об этом сегодня на брифинге заявил директор бюро Артем Сытник. Руководители ЦИК подозревают в незаконном получении денег из черной кассы партии «Регион». Сьогодні ми передали остаточну підозру голові ЦВК до антикорупційної прокуратури і готові передати колегам з прокуратури всі докази, які зібрані по цій справі, для того, щоб ця остаточна підозра була погоджена. Говорил Артем Сытник и о деле экс-нардепа Николая Мартыненко. Директор НАБУ заявил, что в рамках этого уголовного процесса есть пятеро подозреваемых. Одному из фигурантов подозрения еще не вручили, так как он находится сейчас за рубежом.